Всем здорово, мужики. По поводу новостей, так сказать, понимаю ньюс. Значит, так. Завтра важнейший матч для СНГ, а именно для команды Гамбит, который решит, поедет ли команда Гамбит на International или нет. Важная серия, которую нужно выиграть. И просто топлю за команду Гамбот, как говорил Соло в своем интервью. Я считаю, что они достойны, так сказать, того, чтобы поехать на Интик. И завтра они должны показать свой просто максимум для того, чтобы это сделать. Вот с этой новостью я немножко поржал, плюс не знаю даже что, потому что когда команда с тренером вместо капитана, в скобочках Нутейл, если не ошибаюсь, играет и выигрывает команду тир-1 уровня и выбивает их с мажора, либо секреты не палят страты, либо что, но тут сомнительно, конечно. Это мем, да и только. Вот. Это что-то на уровне бывших Virtus.pro, когда они с Арзиком какой-то турнир брали, то ли Beyond the Summit, то ли еще что-то. Ну, то есть там... Я считаю, что это вообще достойно уважения, то, что ОГ так сыграли, и все здорово. Ну, то есть... Либо просто Secret поддались и, так сказать, в 3-2-2 и не палят страты перед International. Так, значит... И последняя новость на сегодня, это то, что, так сказать, платные трансляции для Твича появились. В скобочках для сабскрайберов, а именно для платных подписчиков. Не знаю, это реализация только, наверное, для канала Мэдисона и для тех, у кого там 1000 плюс сабов. Ну, платные стримы, ура, наконец-то, 0,25 доллара за одну секунду просмотра. Поехали, класс. Не знаю, странная функция, но, может быть, кому-то понадобится. Но это типа для больших стримеров, то есть для там Нинджи, Шрауда, ну и так далее. Вот. Поэтому... Не знаю, для меня это пока что так себе, на уровне, так сказать, бета-теста. Ладно, в Доту поиграем.